Заходите, уважаемая пресса. Садитесь, располагайтесь. Чашку чая. Так, нахрен. Ну, очень не хочется попадать. Да хотим узнать, чем может заниматься организация с таким требующим названием. У нас есть организация «Золото партии». У нас есть организация «Большевик». Есть организация с таким же подобным коммунистическим названием. А заняты мы тем... У вас или просто нет, вообще? Нет, на территории Саратовской области. А мы в данном случае заняты тем, что выдаем займы под залог недвижимости, являемся крупнейшими налогоплательщиками среди подобных организаций и благотворителями. А вы кто, директор? А я член правления организации, начальник службы безопасности и лицо, отвечающее за взаимодействие с Росфинмониторингом. Это контрразведка финансовая. Фамилия моя Зубов Вадим Васильевич. Рад буду бесплатной рекламе. А кто вообще хозяева у вас? А у нас нет хозяев, народ. Пайщики организации. У нас нет так называемого бенефициарного владельца. Участниками организации, ее хозяевами являются 1252 человека, граждане и юридические лица города Саратова и Энгельса. А давно вообще? Просто я первый раз слышу о таком... Да, вы никогда на самом деле о ней не услышите. Организация существует с 10 апреля 2000... Так, сейчас какой год? 19-го года. 18-го года. Ну, спасибо. Да мы просто соседи, вот мимо ходим, думаю, вот, золото партии. Заходите. Нашлось, заходите. Нашлось золото? Мы активно финансируем строительство разных дорог, благотворительность, участвуем в деятельности различных партий, поэтому приходите. У нас тут как... По поводу, она сейчас входит в ваше правление, не входит госпожа Чернышевская. Да, она была председателем нашей организации. А она какое-то отношение к депутату Чернышевскому? Я не владею такой информацией. Но и если бы даже владел, я вам не сказал, поскольку мы не раскрываем информацию о пайщиках нашей организации. Таков закон. Это влечет для нас негативные последствия. А кто учредитель изначально? Изначально 15 человек физических лиц. И тоже информация закрыта? Она не закрытая, она открытая. Вы можете получить ее, заказав выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Угу. Но она, понятное дело, там присутствует, это не секрет, ибо эта информация открытая. Она кто? Чернышевская? Да, да, так и есть. Создали музыкальный инструмент. А у нас еще есть синтезатор, баян, аккордеон. То есть у вас оркестр, что ли? Да, в том числе мы финансируем один духовой оркестр, сами в нем играем, в частности, я. Да? Да. А какой? В смысле? При золоте партии. А. Ну, мы собираемся иногда и снимаем турбазы, и проходы, и играем. Так что, да. Ну, для себя получается. Ну, для себя. Ну, у нас 1000 с лишним человек, мы можем себе это позволить. Это как бы... Не знаю, как сказать. Спасибо. Да, смотрите. Колхоз в чистом виде. В хорошем понимании этого слова.